Путевка бай. Неделя. Столичное телевидение. В китайской культуре это мифическое животное символизирует власть. Большое спасибо нашему руководителю Александру Александровичу Осенко, потому что благодаря вам, Александр Александрович, ток-шоу задышало с новой силой. И судя по этой статуэтке, на сегодняшний день мы лучше. Спасибо. Были готовы снимать до полуночи, монтировать до рассвета, для того, чтобы все это действительно тронуло сердца. Победителем номинации «Лучший телевизионный проект», представленный в сети интернет, становится программа «Озаренок напрямую». Григорий Озаренок, напрямую. Ваши аплодисменты. Я очень благодарна руководителям наших крупнейших телеканалов за то, что они поддерживают наше женское движение и дают возможность реализовывать самые безумные идеи. И поэтому, конечно, мы не могли, как Белорусский союз женщин, как правление Белорусского союза женщин, оставить без особого внимания один очень важный проект, который, на мой взгляд, раскрыл как раз-таки истинную красоту белорусской женщины. Потому что для белорусской женщины, для красоты ее самое важное не параметры, а самое важное внутренняя сущность. Наша доброта, теплота, вот это вот наши безумно красивые горящие глаза наших женщин. И вот этим проектом был проект «Есть девчонка одна», которую сделал телеканал СТВ. Спасибо вам большое, ребята, потому что вот как телевизионщик скажу честно, без франшиз, без каких-либо еще историй, от нуля до самого конца, и это вы. Спасибо большое, и позвольте вручить наш специальный приз. Возможно, он не такой красивый, как телевершина, но поверьте, он очень дорогой каждой женщине, потому что она понимает, что благодаря вашему проекту она может реализоваться. Юля. Мы поздравляем телеканал СТВ. Юлия Криницкая, генеральный продюсер телеканала «Столичное телевидение» и большая-большая команда программы реалити-шоу «Есть девчонка одна». Я вижу, как аплодирует Саша Миженный, духовный отец этой программы, можно сказать. Огромная команда работала, работает и, конечно же, продолжит работу над этим проектом. Юлия, вам слово. Ольга Александровна, спасибо вам большое за доверие, что вы 2 года назад, ну, чуть меньше, пришли к нашему Александру Александровичу с таким прекрасным предложением, с такой интересной идеей. Я надеюсь, что мы ее достойно воплотили. Спасибо большое.